Дуся – попугай-какаду. Она и ее родственники внесены в Красную книгу, но это не мешает птице петь и привлекать к себе внимание. Так же, как и проказнику Жоре, енот встречает гостей и с любопытством исследует карманы на наличие вкусностей. А вот летучая лисица Чарли. Таких в нашей стране единицы. И один из них сейчас в Бийске. Мы проводим полноценную экскурсию, рассказываем, даем возможность прикоснуться каждому ручному представителю нашей выставки. На выставке «Живые тропики» гостей встречают больше 50 видов редких и экзотических животных. Это обитатели теплых стран тропиков и субтропиков. Обезьяны, попугаи, рептилии. Здесь можно встретить и потомка динозавров, огромных питонов, варанов и анаконду. Животных можно кормить, фотографироваться с ними на память. Выставка работает до 22 апреля ежедневно с 11 до 20 часов. Вас ждут на первом этаже торгового центра «Мегасити». Мы приглашаем всех жителей и гостей города Бийска окунуться в удивительный, опасный, ласковый и нежный мир тропиков.